Привет всем! Привет-привет! Ну что сказать, окружающий мир часто бьет нас по голове в той или иной форме, и наступает некое состояние непонятное, то ли ужаса, то ли депрессии, то ли всего вместе взятого. Но я так полагаю, что нужно думать о вечном, хотя бы иногда, о вечном. В нашем понимании, в понимании человечества, в понимании человека может быть только наша цивилизация, которая когда-нибудь закончится, безусловно. И я думаю, что это не первая цивилизация на планете Земля. Больше того, я даже в этом уверен. Но в понимании вечности для нас будем рассматривать протяженность цивилизации. А что такое цивилизация? Цивилизация, на мой взгляд, и не только на мой, это культура. Потому что все железные мосты, все небоскребы, все железные дороги, самолеты и прочее, 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 это все со временем превратится в пыль, а остается только культура. И больше, в общем, ничего на самом деле. Как ни странно это звучит, многие могут поспорить со мной, наверное, но я в этом убежден, что цивилизация – это только культура. А культура, вот она, это музыка, в том числе музыка, которая дает нам невероятные совершенно эмоции, которые ничто другое не даст. И эти эмоции позволяют либо забыть о неприятностях, скажем так, которые нас подстерегают на каждом углу уже буквально сейчас, либо подумать о душе, о себе, о своих поступках, о своих деяниях, не побоюсь этого слова. Ну и вообще, может быть, постараться стать лучше как-то, потому что музыка, как ничто другое, дает такой заряд и такое состояние духа, которое, как я уже говорил, ничто другое не дает. Несколько дней назад наш материальный мир покинул Гарри Брукер, один из удивительных английских музыкантов, неподражаемых, неповторимых и стоящих совершенно отдельно в том, что условно называется рок-культура. Настоящий английский джентльмен в хорошем смысле этого слова, в хорошем смысле английский. Время было другое. 60-е, 70-е, 80-е, даже 90-е годы – это совершенно другое время, совершенно другая культура, не побоюсь этого слова. Вы видите, как меняется культура на самом деле сейчас, в какую сторону она идет? Ужасающую, на мой взгляд. Она гибнет, а это значит гибнет цивилизация. Ну, не будем о мрачном. Хотя, еще раз повторю, что признак гибели цивилизации – это гибель ее культуры, в первую очередь. Смотрите, что происходит с культурой, и вы поймете, что происходит с цивилизацией. Ну что, нам, похоже, осталось недолго, а может быть и долго, но не буду никого пугать. Мы говорим о рок-музыке, о рок-н-ролле в конце-то концов. Так вот, Гарри Брукер совершенно особенный человек. Первая пластинка была записана и вышла в 1967 году. Я имею в виду Procol Harum, группу, в которой пел, играл и сочинял музыку Гарри Брукер. В 1967 году Гарри Брукеру было, если мне память не изменяет, 22 года. Но я никогда в жизни не мог представить Гарри Брукера в образе подростка или в образе юноши даже, или в образе молодого человека, 22-летнего. Записать такой альбом в возрасте 22 лет, написать песню «A White Shade of Pale», знаменитую, 22-летнему парню – это несопоставимая для меня вещь. Для меня Гарри Брукер всегда был взрослым, взрослым усатым мужиком. Такой глубины, такой тонкости, такого ума, как в этой песне «A White Shade of Pale», я не представляю себе, как может незрелый юнец создать такое произведение. Но я хочу сегодня поговорить не о первом альбоме Procol Harum, вот не об этом, а о втором, «Shine on Brightly», который вышел в 1968-м, вторая пластинка Procol Harum. Вот она, вот такая, такая вот. Второй альбом – это всегда сложно, это всегда напряжение,
потому что на первом альбоме ты выкладываешься, а второй должен быть не хуже первого. Если он будет хуже первого, третьего уже может и не быть, на самом деле. Хотя многие поп-артисты на это вообще плюют и лепят альбом за альбомом. Как правило, они все хуже, хуже и хуже делаются. Поэтому вот второй альбом – это очень важная эпоха, не эпоха, очень важный шаг для каждого артиста, для каждой рок-группы. И вот эта пластинка, она не была принята так же хорошо, как первый альбом Procol Harum, благодаря песне «Eva the Shade of Pale», хотя здесь масса песен, не уступающих по качеству этому знаменитому хиту. «Один конкистадор» чего стоит здесь, который постоянно исполнялся Procol Harum на концертах, по-моему, на всех даже, ну, во всяком случае, на всех тех, которые я слышал. Но не будем о первом альбоме, как-нибудь к нему вернемся. У Procol Harum очень много пластинок. И многие скажут, кстати, что это далеко не лучшая их запись, потому что я знаю, как люди любят «Exotic Birds and Fruit», как люди любят «Grand Hotel», как люди любят «Home», «Salty Dog» и многие-многие другие альбомы Procol Harum, которых, в общем-то, немало на самом деле. Я, если что, люблю «Broken Brigades» очень, как самый мрачный, самый гитарный, самый тяжелый альбом Procol Harum, но я говорю не о нем, а вот об этом маленьком или большом шедевре. Потому что это действительно шедевр. И эта пластинка, она обрела не то чтобы популярность, а вслушались в нее, оценили ее качество, оценили ее глубину уже чуть позже, со временем. Когда Procol Harum записали еще альбом, эта пластинка, которая не была дико популярной, в отличие от первого альбома, но что-то в ней было такое, что слушатели приняли ее все равно хорошо, все равно не назвали ее провалом, хотя никаких мест она нигде не заняла, ни в какие чарты не входила. И прочее, то есть, казалось бы. Но альбом шикарный. При ближайшем рассмотрении, при ближайшем расслушивании это просто шик, блеск, красота, как говорят у нас в Купчино. Особенно раньше говорили. Quite Rightly So, первая песня, которая начинается с органа Мэтью Фишера. И вообще Фишер здесь играет, ну, наверное, решающую роль. Помимо Гэри Брукера, он здесь держит вообще практически все песни. Вот начинается с органа Гэри Брукера, потом мажорная часть, собственно, первая часть песни. И удивительное дело, что мажорные песни в исполнении Гэри Брукера и Procol Harum все равно кажутся минорными, как ни крути. То ли за счет тембра голоса, то ли за счет подачи, за счет манеры игры Брукера на фортепиано, за счет его партий, ну и за счет вибрирующего вибрато органа Мэтью Фишера, единственного, кстати, профессионального музыканта из всего коллектива Procol Harum. Quite Rightly So, следующая Shine on Brightly, роскошнейшее произведение, хотя и коротенькое. Тоже начинается с мажора, поется, играется, вступает группа, вступает Робин Трауэр со своей гитарой, играет здесь еще пока на заднем плане, длинными нотами, как он любит. И неожиданно песня съезжает в бахообразные такие солирующие куски Мэтью Фишера на органе. Фишер здесь в плане клавишных преобладает значительно. Гарри Брукер играет больше аккомпанемента. И такое ощущение, что вообще половину альбома писал Мэтью Фишер, хотя это не так, хотя он здесь в авторах только в одной вещи, даже не в одной вещи, а в последней части произведения «Inhale twice in I», на второй стороне, которая длится 18 минут, Фишер написал последнюю часть «Гранд-финал». Все остальные... А, еще «Quite Rightly So», Фишер тоже присутствовал здесь. И вот это «Shine on Brightly» — это просто гимнообразное полотно с этим баховским проигрышем Фишера на органе. Классический Procol Harum. Skip softly my moonbeams. Тун-да-тун-да-тун-да-тун. Как любит, точнее, любил Гэри Брукер. Такая раскачивающаяся пьеса с подвешенным органом, опять-таки, Фишера. Он висит все время на заднем плане, аккорды такие висят, склеивает всю эту вот раскачку этой песни. Очень интересная. Wish Me Well и Ramblin' On
еще две песни, где просыпается уже Робин Трауэр с гитарой по полной схеме. Остается вот эта барочная, староанглийская рок-музыка, психоделическая Procol Harum Гарри Брукера, Мэтью Фишера, но вступает уже в полную силу блюзовые, такие вот блюзовые ходы, блюзовые фразы Трауэра, который потом раскроется и запишет миллион альбомов, которые все они у меня есть, и мы их обязательно рассмотрим, разговорим, а кто-то и расслушает потом. На второй стороне Магдалена, My Regal Xenophon, красивейшая фортепианная, наконец-то фортепиано проснулась у Брукера здесь, красивейшая песня, и полотно, которое... равного которому не создавал еще никто в те годы, я имею 68-й год, это концептуальная 18-минутная песня. То есть это было еще до Yes, до Genesis, до Pink Floyd, хотя у Pink Floyd тоже таких произведений-то не было на 18 минут, таких вот серьезных, концептуальных, многочастевых. Это, наверное, чтобы не соврать, мне сейчас ничего в голову другого не приходит, кроме как... сказать, что Procol Harum в этом смысле были первыми и фактически являлись отцами того самого прогрессивного рока, как говорят нынче о такой вот серьезной, многочастевой, насыщенной партиями, насыщенной разными совершенно уходами в сторону куда-то, смесью разных стилей музыки. Вот так я закруглил, закончил это предложение. Так вот, Inhaled Twas in I. Удивительный прогрессив-рок в законе, что называется. Здесь есть все. И мелодикламация, с которой начинается произведение. И совершенно не абсурдистские, а сюрреалистические тексты Кита Рейда, который написал их, как и большинство песен, можно сказать, что все песни про Procol Harum до определенной пары. Правда. Раз, два, три, четыре, пять. Из пяти частей состоит эта песня, если можно это назвать песней. Но, в принципе, она больше состоит из трех, потому что гранд-финал – это просто гранд-финал. Это очень красивая, очень красивый, действительно, в меру помпезный, в меру такой классический, европейский, оркестровый почти финал. Но, что касается непосредственно песен, здесь... Из трех, наверное, частей можно все это собрать. Glimpses of Nirvana, первое произведение, которое начинается с мелодикламации, потом страшные аккорды Брукера и Фишера одновременно все это переносят в следующий номер Twasty Time at the Circus. Цирковое представление с клоунами, со слонами, с шутками, смехом, с шутками, которые никто не понимает из зрителей, потому что пьеса-то вся эта очень серьезная. Я специально говорю пьеса, а не песня, потому что это чисто театральное 18-минутное представление. Очень интересное, очень, очень яркое, очень разнообразное. In the Autumn of My Madness, которую поет Мэтью Фишер своим более мягким голосом, нежели Гарри Брукер, и это красивейшая, просто как отдельная песня, безумно красивая, печальная, медленная, очень сложная и тоже такая квазиклассическая, квази, ну то есть как бы классическая, как бы европейская классическая музыка. Look to your soul и Grand Final завершается 18-минутная эта штука. Очень хорошо она исполнена, эта песня, вот на этой пластинке. Это у нас 71-й год, Procol Harum, The Concert with the Edmonds Symphony Orchestra and the Da Camera Singers. Симфонический оркестр, хор и Procol Harum. Правда, здесь нет уже Робина Трауэра, здесь вместо него другой гитарист Дэйв Болл. Робин Трауэр уже ушел в сольное плавание. И еще одна версия этой песни. Это 2000 год, Transatlantic, первый альбом группы Transatlantic, где они сыграли эту штуку Inhaled, Twas in I. Те же самые 18 минут, но здесь они порезвились вовсю, здесь они добавили много отсебятины, наиграли кучу гитарных соло, барабанные развернутые такие партии,
скажем так. Потому что Портной здесь постарался от души. А Портной я обожал, ведь всегда я обожаю старый классический прогрессив-рок, арт-рок, обожает Битлз, обожает и Прокл Харум, и Yes, и все вот эти вот наши любимые группы. И вот эта песня Прокл Харум здесь, конечно, она шикарно подана, хотя многие любители Прокл Харум ее не любят. Именно эту версию. Считают ее слишком помпезной, слишком громкой, слишком грандиозной. И все это правда, потому что версия Прокл Харум оригинальная, она куда как тоньше, в ней больше нюансов, меньше грохота, она понятнее, конкретнее и как-то вот душевней. Как-то вот душевней. В общем, вот эту пластинку я очень люблю, как и все альбомы Прокл Харум, но это, мне кажется, лучшая память, наверное, сегодня о Гэри Брукере. Второй альбом Прокл Харум «Shine on Brightly». Пошел пить, вспоминать Гарри Брукера и слушать Прокл Харум.